Всем доброе утро. И тебе доброе утро, Кэнди. Привет, Сьюзи. Где это мы? Ты знаешь, что сейчас будет? Нет, помогите! Хватит кричать! Вас ждет очень крутой и реально веселый челлендж. Вам всего лишь нужно нажимать на кнопки. И волею случая вам будут выпадать всякие крутые или не очень вещи. Например, дождь из яиц получить хотят не все. От такого зонт точно пригодится. А что же скрывается за красной кнопкой? Вот это уже лучше! Золотой ключ, конфетти и, конечно же, куча денег! Девочки, вы поняли правила? Тогда погнали! Мне понравился эффект красной кнопки. Пожалуй, я на нее и нажму. Сьюзи, у меня для тебя плохие новости. За этой кнопкой тебя ждет вонючий сыр. Мне очень жаль. Какая гадость! Еще и так больно! Ха-ха, Сьюзи, не повезло. Посмотрим, повезет ли тебе, Кэнди. У меня очень хорошее предчувствие. Повезло. Тебя ждет целая куча сливок. Ты даже не представляешь, сколько их будет. Ой, куда так много? Хотя вкусных сливок много не бывает. Теперь время для цветной и вкусной посыпки. Кэнди, ты готова? Тогда лови. Вот это да! Я и подумать не могла, что мне может так повезти. И это еще не все, потому что осталось добавить вишенку на торт. И правда, я сегодня настоящий торт. Сьюзи, твоя очередь жать на кнопку. Ой-ой, что-то тебе не везет. В этот раз тебе выпала целая куча мадагаскарских тараканов. Что же это такое? Так нечестно. Все из-за этих кнопок. Вот вам. Ой-ой, что же теперь будет? А будет кола. Класс! Что ж, и правда, тараканы отменяются. Самое время для кока-колы. О, да, вот это я понимаю жизнь. Будет еще круче, если я поймаю всю колу в этот огромный стаканчик. Сьюзи, видела бы ты себя, вся мокрая, а колы толком не попила. Ерунда, еще как попила. А вот с кнопкой происходит что-то странное. Кажется, короткое замыкание. Нет, не надо, только не его! О, да! Думаешь, поймала колу, чтобы выпить? Нет! Эта кола станет твоим проклятием! Время для кольного фонтана! Ура! Вот это правда прорвало! Такой фонтан – это уже слишком. Надо бы его остановить. Какую бы кнопочку мне выбрать? Пожалуй, зеленую. Кэнди, я так за тебя рад, потому что тебе выпадет этот аппетитный тортик. Единственное, что тебе стоит знать, он довольно тяжелый. Да уж, торт больше твоей головы. Что же тут смешного? Значит, он гораздо вкуснее. К тортику осталось только свечку добавить. Что добавить? Какой ужас! Пожар! Помогите! Что там происходит? О, да! У Кэнди и правда дела плохи. Нужно срочно тушить это недоразумение. Я даже знаю, как это сделать. Пожарный Пит нам поможет. Пит, помогай, туши этот ужас. Без проблем, будет сделано. Молодчина, спасибо тебе за помощь. Да уж, спасибо. Было жарко, но сейчас стало гораздо лучше. Кто первый? Кэнди или Сьюзи? Сьюзи, давай ты! Что бы выбрать? Красная кнопка, не подведи меня! Отличный выбор! Но есть одно но! Я не
не успел приготовить попкорн, так что Сьюзи придется иметь дело с нераскрывшимися зернышками. О, нет! Зернышки слишком жесткие. Даже мои зубки не справились с ними. Нужно возвращать зубы на место. С такой дырищей жить нельзя. Готово! Как-то грустно оставлять Сьюзи без попкорна. Думаю, приготовить его никогда не поздно. Откуда такой запах? И почему стало так жарко? Я уже вспотеть успела. Круто! Вот теперь я понимаю попкорн. Даже мне перепадает. И правда очень круто. Круто и вкусно. Сьюзи, что у тебя происходит? Откуда столько попкорна? А вот это уже слишком. Я так не могу. Очень горячо. Огонь, помогите. Хватит. Пора тушить. Кэнди, спаси меня. Умоляю, или я сейчас сгорю. Надеюсь, хотя бы кнопки меня спасут. Желтая кнопка, вся надежда на тебя. Лед. Сьюзи, тебе пора немного освежиться. Больно же. Но за лед спасибо. Наконец-то тут не жарко. Значит, я могу спокойно есть этот аппетитный попкорн. Кэнди, твоя очередь жать на кнопку. Подожди, тут слишком интересный момент. Кажется, я знаю, как тебя отвлечь. Вставай! Быстрее! Пора жать! Ай, больно же! Встаю, встаю! Чего так орать? Буду надеяться на зеленую кнопку. Нет, только не они. Ненавижу тараканов, умоляю. А я обожаю, особенно когда они попадают в этом челлендже. Ну что, мои хорошие, вы готовы подружиться с Кэнди? Тогда вам пора к ней. Хватит, прошу, их так много. Что же делать? Нет, с ними в одной коробке я не уживусь. Помогите, снимите их с меня. Или вытащите меня отсюда. Кажется, таракану очень понравились твои яркие волосы. Но это ненадолго. Любого таракана можно одолеть тапкой. Получай, вот тебе. Получил? Так тебе и надо. Да уж, я тоже успела получить. Тапки у меня нет, но... Думаю, кеда тоже подойдет. Где же вы, вредители? Ага, один застрял прямо на кнопке. Сейчас я тебя... Кия! Кажется, моя проблема очень скоро решится. Время травить насекомых. Кэнди, тебе нельзя дышать этим средством. Это смертельно опасно. Поэтому лови противогаз. Конечно. Все должны знать, что ни в коем случае нельзя вдыхать средства от насекомых. Ну что, тараканы, готовы? Погнали! Дело сделано. Сработало? Кажется, да. Сьюзи, на кнопку снова нажимаешь ты. Я успела проголодаться, так что можно мне чего-нибудь вкусненького? Почему бы и нет? Тебе выпала картошечка фри. Правда, совсем маленькая. И это все? Издевательство какое-то! Никогда не видела картошку меньше. Зато она все еще очень вкусная. А соус где? Хочу соус! А вот соуса будет очень много. Куда мне столько? Что я буду с ним делать? Гадость какая! Ну ладно, так хотя бы картошка станет вкуснее. Кэнди, а ты чего смотришь? Завидуешь? Думаю, мне тоже пора нажимать. Наконец-то кому-то достался реально крутой приз. Кэнди, тебя ждет целый чемодан денег. Я бы и сам от такого не отказался. Лови!
дайте и мне! Хоть бы немного! Хоть чуточку! Но это еще не все! Главный приз еще впереди! Тяжелый! И что же с ним делать? Точно! Он поможет мне выбраться из этой кнопочной клетки! Да здравствует свобода! Когда-нибудь и я выберусь! Вы слышите? Когда-нибудь! Всем спасибо за просмотр! Новое задание! Что нам надо делать? Странно! У вас 5 минут, чтобы вырезать рисунок. О нет! Скорее, скорее! Тебе не победить! Посмотрим! Иди, толкну ее, и она сломает печенье! Что? Как же так? Это вышло случайно! Не забирайте меня! Покажите! Меня толкнули! Дайте новое печенье! Вы выбываете! Нет! Как тебе и надо, забияка! Продолжайте! Что? Я тоже так хочу! Ну-ка! Ой! Ну вот! Все в порядке? В чем дело? Подозрительно! Надо проверить! Ой-ой-ой! Покажите печенье! Вот! Вы выбываете! Нет! Не надо! Пожалуйста! Ну-ка! У меня получилось! Есть! Давай же! А мы уже все! Я тоже почти! 8, 7. Пожалуйста! Ура! Я закончила! Молодец! Давай 5! И мне! Ух ты! Сколько хот-догов! Как круто! У вас 5 минут, чтобы все съесть! Так, не мешайтесь, девочки! Я не дам вам победить и буду первой! Вкуснятина! Я все успею! Ах так! Отведай-ка, табаско! Я в шаге от победы! Осталось чуть-чуть! Это мы сейчас посмотрим! Вот прикол! Что это такое? Откуда в них острый соус? Берегись! Точно! Поджарю-ка я хот-доги! О нет! Все сгорело! Что ты наделала, Сьюзи? Спасите! У меня все во рту горит! Ой, я придумала! Вода исправит дело! Ну как хорошо! Все! Вот умора! Ура! Ну и живот! Эй, зачем ты это сделала? Только не на меня! Я не хотела беды! Хватит! Ну все, я промокла и замерзла. Хорошо, что у меня с собой есть фен. Ой, я включила его на полную мощность. Как это остановить? Ну ты даешь, поторопись. Я не успею. Как же мне съесть все эти угли? Ладно, ради победы я готова на все. Отвратительно, но я справлюсь. Какой ужас. Полли тоже сильный соперник. Надо ее устранить. У меня есть план. Украду ее хот-дог и выброшу, как будто бы она жульничает. Что? Как ты это сделала? А вполне неплохо. 2, 1. Время вышло. Посмотрим. Все съедено. Кто же выиграл? По-моему, вы кое-чего не заметили. Где? Сейчас подойду поближе. Так, а это что? Это не мое. Так нельзя. Нет! Надо было съесть все. Ты ее подставила. Но это же игра. Ух ты, последнее задание. Нарисуйте приставку. О, круто. У вас 5 минут. Класс,
С чего бы начать? Ну, держись! Возьму черный карандаш. Супер! Что? Нет уж, я не отдам ей победу. Что же придумать? Знаю! У меня же есть ножницы! Использую их и испорчу кисточку. Супер! Ну, попробуй теперь победить. Что? О, нет! Что ты наделала? Стоп! Так рисовать даже удобнее! Отлично! Что? Ну как же так? Дай сюда! Эй! Я что, проиграла? Хотя, у меня есть идея. У меня же еще осталась краска. А вот тебе сдача. Нет! Вот так-то! Ура! Ах ты, гадина! Время вышло. Ой-ой-ой, как вам мой рисунок? Вы справились отлично. Спасибо. У меня тоже была приставка. No. Не считается. Нет! Так тебе и надо. Ура! Я победила. Приставка ваша. Ух ты! Спасибо! Я всегда о такой мечтала! Как же круто на ней играть! Согласен. Есть! Победа! Дай 5! Поздравляю! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть больше крутых и веселых роликов.